Гости из столицы, диджей Иван Димсов и сладкоголосый МС Иван. Помню вам успехи! Поскольку сегодня 8 марта, Иван, ты просто должен начать наше интервью с приветствия всей женской половины и поздравления. Любить и быть любимыми – это самое главное в этой жизни. Вообще зачастую, да, привыкли видеть МС мужчину. Вот, как трудно, легко тебе работается и вообще тебя позиционируют, да, как девушка МС, которая ярко поет. Да, вы знаете, на самом деле... Я очень благодарна, наверное, судьбе за то, что так получилось, что я стала МС, потому что вокалом занимаюсь 6 лет. Я 6 лет с детства сама занимаюсь вокалом. А получилось так, что, честно говоря, пришла просто в один клуб, когда мне было 16 лет, в городе Львове. Клуб назывался «Пикассо». Мы слегка выпили, и я взяла микрофон и начала петь под группу «Марчиба». И директор клуба, его настолько это поразило, что... Он был просто в восторге, он предложил мне работать как МС. Я тогда несколько провела вечеринок, потом начались вечеринки по drum and bass и breakbeats. Вот. А потом уже переехала в Киев и непосредственно начала работать с хаусом, электрохаусом. Но я просто очень люблю петь, music is my life. Так получилось, что на самом деле мы с Иваном познакомились порядка 5 лет или 4 года назад в ICQ, в таком чате интересном. Но наше общение как-то не складывалось, и буквально где-то год или полтора назад, да, мы опять начали Ваське переписываться. Это переписывание, в общем, перешло в то, что мы начали вместе работать, записали альбом, куча классных треков. Вот. Так вот, и в общем, мы начали работать. Поехали. Так мы познакомились спустя 4 года, да, прошло? Спустя это время, долгое время, да. Как вам работается вместе? Как часто вы ссоритесь? На расстоянии супер отлично. Вообще не ссоримся. Вообще. Потому что мы не видимся. Посвящала ли ты какие-нибудь композиции девушкам и служат ли вообще девушки твоей музой? Вот девушка, которой я посвятил трек Indo Club и которая занимает топовые позиции там в чартах. Его выпустили на швейцарском лейбле, ты была, вот и все. Трека потрясающе просто. Получилось так, что у меня было день рождения. Ваня мне буквально за пару дней звонит на день рождения и говорит: «Ирма, я хочу тебе сделать подарок, хочу тебе подарить трек». И по телефону включает некоторые демки разных треков. Я услышала впервые Indo Club, уже будущий, и говорю: вот, именно этот трек. И получилось так, что в тот вечер мы пошли в клуб с моими друзьями, хорошенечко так отгуляли, и вот как мы отгуляли, в принципе, из тех всех ситуаций, которые происходили в тот вечер, я написала слова. И все слова вылились именно в этом треке, что получилось так, что этот трек до сих пор в горячей ротации на радио Kiss FM и выпустился в Швейцарии, и супер-мега отлично все. Отдыхайте. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Всех благ, радости, счастья, успехов, дорогие друзья. Приходите на наши вечеринки, мы будем вас радовать новыми треками, позитивной только музыкой. И живите так, как в стиле Indo Club.
пусть все у вас будет супер отлично.